14 июня 2020 года Владимир Ленин подписал постановление о совнаркомовских пайках, в то время, когда по всей России голодали, нужные делу революции головы получали необходимые калории. В дальнейшем спецпайки стали неотъемлемой частью жизни партийного и чиновничьего аппарата. Еще в середине 80-х местные обыватели надеялись увидеть во сне палку вареной колбасы, а проснувшись, бежали с рюкзаками на ленинградский поезд. Путь к желанной цели для номенклатуры был гораздо ближе. Достаточно сделать заказ в Минфиновской столовой или прокатиться в Шуйскую Чупу, чтобы пополнить недельный запас. С шубами и сапогами тоже без проблем. Один звонок на базу и нужная вещь в назначенный час появится в особом отделе универмага «Карелия». Эпоха всеобщего дефицита и блата закончилась. Но всеобщего равенства как не было, так, видимо, и не будет. В моде нынче строят на скромные зарплаты чиновников дворянские гнезда –